От ветеранов эстафету подхватывают молодые. Это им продолжать дело отцов, дедов и прадедов. Делать все возможное для процветания своей родины. А сегодня они учатся, занимаются спортом и творчеством. В следующем сюжете самые интересные концертные номера выпускников детской музыкальной школы. Я вот с большой любовью, с большим уважением отношусь к коллективу музыкальной школы. Это какие-то особенные люди. Про них нужно говорить по-другому, на какой-то действительно высокой ноте. Эти дети другие. Дети, которые занимаются искусством, это другие дети. И у них другое будущее. И на них действительно мы смотрим другими глазами. Я благодарю всех, кто помогает этому коллективу. Я благодарю всех родителей, которые сегодня рука об руку рядом со своими детьми, рядом с коллективами пришли к этому звездному моменту. Я желаю всем удачи. Я хочу вас всех поздравить с прекрасным последним, так сказать, рывком. Вы молодцы, вы все труженики. Мы вас очень любим и желаем вам хорошего пути, доброго пути.
Выпускные, майские ночи, вас прекрасней в году не сыскать. Расставание со школой отсрочим, будем все мы о ней вспоминать. Дорогие выпускники, сегодня вы прощаетесь со школой, преподавателями и друзьями. Но куда бы вас ни забросила судьба, вы не были, знайте, что ваше сердце навсегда останется в вашем любимом городе. В добрый путь, дорогие, незабываемые, неповторимые выпускники –